Мы выехали из Воронежа. Итак, где же баннеры о безопасности на дорогах? Вот он. Итак, мы сейчас едем в Малышево и посмотрим, где они здесь дальше. Вот такие баннеры нужны. Вот именно такой направленности. Вот оно, Малышево. Баннеров нету. Они должны быть в соответствии с закупкой. За которые миллионы были выплачены. Вы видите баннера? Я не вижу. А на них были выплачены деньги. Из бюджета, из карманов налогоплательщиков. Нет баннера, видите? Ну где они, баннера эти? Нет, давайте проедем до конца вот этой магистральной улицы. Я понимаю, что глядеть на дорогу в Малышево не каждому интересно, но чтобы вам просто понятно было. Как видим, баннеров нету, и дальше в обозрении их не будет. Но в перспективе даже вот их вообще нету. Где баннеры? Нет баннеров. Запись пошла. Теперь мы в Тенистом, где тоже должны быть такие баннеры о безопасности на дорогах. Вы видите баннера? Щиты, щиты, да. Щиты, как мой спутник мне подсказывает. Я не вижу щитов с рекламой о безопасности на дорогах. Их просто нету. На магистральных улицах, где они должны стоять в соответствии с закупкой, на которую выделились несколько миллионов рублей. Их просто нету. Ну вот, глядите, чтобы вот, может быть, вы думаете, он дальше будет, но его нету. Ничего нету. Один единственный щит здесь, в Тенистом, на нашем пути, увиделся от лесопожарного центра.
На том, что недопустимо поджигать лес. Ну да, действительно недопустимо поджигать лес. Это наши легкие, я согласен. Но щитов о безопасности дорожного движения нету. Ни в Малышево, ни в Тенистом. Вот вам и закупка.